Я, ребята, такого еще не видел. В общем, тут у нас соседи наняли трактор. Ну, чтобы он немножко по это самое порыхлил землю, наверное, будет что-то сажать. И прилетел аист. Ну и после каждого этого разрыхления идет же по вот этой почве. И, видать, ищет там червячков. Видео можно назвать «Трактор и аист». Ходит постоянно, не боится. Ну, это ихняя еда. Я понял, что там они ищут себе пищу.